В День России 12 июня мэр Магадана Юрий Гришан вручил паспорта 16 школьникам. Церемония прошла в зеркальном зале муниципального центра культуры с соблюдением рекомендованных санитарных норм. Поддержали своих детей в торжественные минуты родители. Главный документ страны ребята получили в рамках всероссийской акции «Мы – граждане России». Среди них победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных состязаний. Окончите школу, поступите в институты и университеты. Но возвращайтесь в Магадан, мы всегда вас здесь ждем. Вы всегда найдете точки приложения своих сил, вы сможете здесь стать счастливыми и обеспеченными людьми. С праздником всех, с Днем России! Кроме паспортов, школьники получили именное поздравление и подарки от главы города.